Океан Эльзы, новый трек. Ельзи. Океан Ельзи. Так. Океан Эльзы. Чё у них за новый трек вышел? Квитиминных зон. Ой, ёпть, это же, ой, это же больно будет сейчас, да? Квитиминных зон. Окей. The ways that creators try to reach views can get really wild. Молитом я. А Маруська? Зубна фея приходила, так? І передні вилізла. Кинь фотку. Ну добре, все, давай. Кохаю тебе. Я тебе кохаю. Командир! Командир! Давай! Поверталися додому, як надовго невідомо. Ще залишилась невзята висота. Поверталися додому, розійшлися по одному, а тебе не відпускає пустота. Вона кажи мені, я знаю, маму, ти не уявляєш, як удав не відпускає пустота. Поки спокою немає кожен метр твого краю, і не взята кожна твоя висота. Вона до вокзалу тебе дівчина чекала і в обіймах рятувала сірий день. Як надовго невідомо, і чи повернешся додому, чи залишишся у пам'яті лише. Вона рве твої руки.
ми раді, що завдяки нам люди можуть жити, нормально працювати. Хай ходять в кафе, хай ходять в бари. Ми не хочемо, щоб так хтось страждав із солідарності десь в тилу. Просто важливо, щоб про нас не забували. Ходіть в кафе, ми переможемо, приїдемо до вас, приєднаємося. Что-то сказать нечего. А у нас рефреном через весь стрим идет слово аэродинамичность, да? Сколько... Какой порог... Вот есть порог входа в песню, вот аэродинамичность определяется порогом выхода из песни. Тут, блядь, не порог, тут, блядь, стена. Я не хочу ничего больше слушать. У меня еще один трек впереди. Ой, бля. Давайте договоримся. У нас будет с вами социальный договор. Я ничего не буду говорить, а вы и так все поймете, хорошо? Я знаю, среди моих зрителей много людей, которые, как и я, живут нервами наизнанку. Ну, вот я такой. Я вот так вот нервами наружу все время живу. Им больно, поэтому очень жить. И в такие моменты меня просто разносит нахуй. От меня просто ничего не остается.